Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено Днем национального траура в Кыргызской республике. В результате вероломного вторжения вооруженных сил Таджикистана в приграничные районы Баткенской области 14-17 сентября ранения получили 144 кыргызстанца, погибли 59, в том числе дети. Согласно указу, в День национального траура по всей республике, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспущены государственные флаги. Кроме этого, в День национального траура отменены развлекательные мероприятия и передачи на телевидении.